Ну, здравствуйте, вновь в Space Funeral. Надо в домик, надо зайти в тот город, опять же. О, это не дом? А? На какой нехоти переступает порог, ты решил не расстраивать его еще больше? А? Вроде как дом, но почему мы можем по нему ходить? Чего? Ну окей, хрен с ним. Что-то как-то странно это выглядит. Wait. А тот город? Не-не-не, мы вернемся назад. Я хочу исследовать тот город. То мы его просто банально пропустим. Это было бы не очень хорошо. Здесь что, пусто? А, нет, стоп. О чем я? Просто здесь снизу. Потому что я не хочу никакого контента пропускать в такой игре. Окей. Добро пожаловать в деревню Львов. Походи по домам и отведай львиного гостеприимства. Боже мой, покупатель. Я знал, что это место окупится, придурок, а? Волшебная картинка. Таинственная волшебная картинка. Старый фильм. Ну, для призраков. Не буду тратить. Давайте продадим один этот. Что у нас там есть дополнительное? Не помню. А что-то было дополнительное, я точно знаю. Из оружия. Обменные штаны вроде бы, да. Окей. Приз. Я Сьюзан Лайон. Давненько мы здесь не видели новых лиц. Тебя случайно не завалял со стейка? Эй! Вообще-то да. Я заплачу 5 рублей за это. 5 рублей? Ну в чем ты наверняка фишка? Окей. Приятно иметь с тобой дело, хе-хе. Любовно поглаживать стейк. Чувак? Fuck you. Нечестно. Сильно на шатыре. Окей. Кстати, я не помню, что делать на шатырь, кстати. А, точно, восстанавливает. Добро пожаловать в львиный магазин. Опять же, у тебя есть всякие вещи. Ну, просто у нас уже есть серебряный... сейчас бы вернуться в тот город и купить ту пушку. Но, блин, это слишком долго. Эта штука в углу такая невкусная. Интересно, для чего она? Я здесь сплю. Спасибо, Нига. Окей. Я Лев Карлос. А ты знал, что к западу отсюда есть старые развалины? В этих старых развалинах может быть что-то интересное. Окей. Почему идет снег? Мудрый Лев наш старейший. Он поделится с тобой всякими мудростями. Я Мудрый Лев старейший над деревней Львов. Можешь звать меня Бабси. Почему он Бабси? Недолго мне осталось жить на этом свете. О чем ты хотел бы узнать? Деревня Львов. Деревня Львов — священное место для каждого льва. Ты не заметил? Деревня сама форма напоминает льва. Вы со всего мира присылают нам мясо и тушу. Мы закапываем их в лесу в особых местах, и тогда из земли уходят новые львы. Считается, что эти львы зарождаются в огромных подземных пещерах, в львином раю. Чтобы продолжить наш род, их нужно выманить наружу мясом. Блин, стейк не надо было отдавать. Тем более за 5 монет. Чтобы добраться до города Форм, вам нужно выйти из деревни и идти на восток. Осторожно, ходят слухи о таинственном дикаре, что поселился там. За лесом таинят северные пустоши, огромный гористый обледенелый регион, кишащий мюмзиками. Ходят слухи о старом особняке, в котором можно укрыться от метели, вот только никто не выходил оттуда живым. На севере, как знать, город Форм был заражен, теперь он источник зла, что портит земли Space Funeral. Окей. Алиса Тайн. Ходят слухи о поляне, где скачут лесные эльфы. Они могут поделиться с тобой секретом. Но это уже было. Говорят, что дикарь, что зовет себя 20 сенчери. Бой восприимчивым гипнозу. Ну, если бы я знал этого, то... Хотя, в общем, с секретом от ним справились. Так что особо не буду переживать. Дикарь из леса тайно опасен. Кажется, я слышал, как он говорил что-то о детях революции. Что-то еще такое. Что-то еще такое, точнее. Простите. Если я... я навсегда рыбой буду, или как? Я не то чтобы... жалуюсь, просто странно. Так, ай-яй, вот что он тогда говорил. Просто я думал, что нам какой-то предмет дал, типа того. Так, ну, он сказал, что направо что-то там находится, но у нас только один путь. Наверх. В пустоши, или как там называется. Даже не наверх, скорее налево. Окей. Ох, эти цвета. Окей. Снежные лягушки атакуют. Ice Frog. Филипп замерз. Снежные лягушки глазом не моргнули. Окей. О, здесь такая же фигня, как Вов, типа, о. Несколько сразу врагов, но они все слабые.
Это, я имею в виду, прикольно, но тоже, окей, я опять сижу, жму, как дурак. Но опять же, не так плохо. Кое-где чуть крови. Предметов все-таки в этой игре просто дохрена. Меня это устраивает. И ничего здесь нет. О, еще одна будущая жертва пустоши, как жаль. Можешь воспользоваться той штукой в углу, если думаешь, что это тебе это как-то поможет. Скорее всего, никак. Окей. Ту, кровь. И ничего? Окей. Оп. Это страшно. Мюмзик атакует. А, это как раз Мюмзик. Ну-ка. Интересно, Мюмзик похож на нашего. Филипп нанес отчаянный удар. Мюмзик хрюкочет, но не сдается. Окей. Надеюсь, ты не очень сильный. Ты победил, ну-ка. Да, они достаточно слабые. Эти мюмзики-то. Интересно, кто здесь помер? Ну, Настю там зайти не можем. Потому что рот закрыт. Лягушки. Давай ты всех сразу убьешь секретом. Филипп нашел сироп от кашля. Да, окей. Бам-бам-барим-бирим. О, боже. Побольше будет таких игр, правильно? Видно, что человек вложил старания. Хотя результат, конечно, очень интересный. Но мне нравится. Ну, окей. Кровь, кровь, кровь. Вот на них можно фармить кровь. Сколько у нас HP вообще? Нормально. Более чем. Значит, где-то здесь рядом мюмзик, раз кровь. Ты в порядке? Ладно. Почему ты передвигаешься по шипу? Ладно. Да, что-то мюмзики агрессивные. Окей. Но вроде не особо сильные. Секрет. Мюмзик пустил слюни. Окей. Я просто пропустил первый текст, извиняюсь. Эй, это было легко. Я не очень хочу с вами сражаться, если честно. Интересно, чего боятся мюмзики? Стоп. А, мы оттуда пришли, по идее. Что-нибудь наверху. Так, здесь только голова. Может быть, что-то слева. Не похоже. Окей. Это только кровь. Привет. Окей, это странно. Это какой-то вампир. Пентаграмма. В чем суть пентаграмма? Что интересно, мы ее можем... А, наверняка это дадут способность, наверное, телепортироваться между пентаграммами. Верно? Наверняка. Учитывая то, что некоторые из пентаграмм рядом с сейфпоинтами и так далее. Ну окей, у нас только один выбор. Поговорить с этим... с вампиром. Привет. Добрый вечер. Фетчер, я граф Дракула. Как дела, Дракула? Дела очень хорошо, да. Хочешь вина? Я не пью вино. Там твое пианино, Дракула. Что? Да, у меня их много. Я люблю играть на них по вечерам. Много песен, значит, Дракула. Что происходит? Нет, я импровизирую, ха-ха. Вампиризируешь, ага. Ха-ха, хорошая шутка, да. Чем занимаешься, Дракула? Что происходит? Я Дракула. Чем занимаешься, Дракула? Я люблю пить кровь. А еще? Ну... траву дуешь, что ли? Да, ха-ха, очень хорошо, да. Чем занимаешься, Дракула? Я люблю пить кровь и дуть траву. Круто. Ха-ха, я Дракула. Простите? Окей. Ну это, удачи? Что, какого черта? Что это было? Окей. Дракула — это мой любимый персонаж в этой игре. Ну, Ктулху. Я изгой костей, я охочусь на морских карликов на берегу. Город Форм, я знаю, где это. Там затаилось великое зло. Я могу вас туда доставить. Ну ладно, пошли. Да-да. Ну, с пирамидой мы все исследовали. Стейк, конечно, надо было еще один купить. Ну да ладно. Ну ладно, пошли. Что же, отчаливаем. И они отчалили. О, вау. Графон. Интересно. Турно — это место, Филипп. Я согласен. Ты есть город Форм, правильно? Выглядит очень необычно.
Привет. Сын. Давай. Я не знаю, на что я смотрю. Если честно. Мои глаза. Иди сюда, водичка тепленькая. Постарайся как следует. Облажайся как следует. Окей. Путь один наверх. What? Надеюсь, это не конец игры. Пожалуйста, пусть это не конец игры. Это всякие эти спрайты из игры. Приветствую, друзья мои, добро пожаловать в город Форм, ныне бесформенный. Что? Кто ты? Неужели? Да, я Луна, я исказил этот город. Много лет тому назад время здесь течет так... Время здесь течет так странно. Я была художницей. Так, давайте здесь притормозим. Так ощущение, что в следующем эпизоде уже финал. Блин, неужели игра такая короткая? Плиз, нет. Если вам нравится этот эпизод, то поставьте лайк и ставьте комментарий. Подпишитесь на то, что помогает Пушенькова. И да, до встречи. Снова здравствуйте, вновь в Space Finero. Продолжаем. Надеюсь, это не конец. Я жаждал безупречности во всем. В своих поисках я отправился в этот город, город чистых форм. Он был безупречен, он уничтожил меня. Все, что бы ни было создано, было бы лишь жалкой пародией на формы города. Самые лучшие работы блекли по сравнению с городом. Среди всей этой красоты я почувствовал себя больным животным. Наш мир ничего не значил. Все мы всего лишь неуклюжие слизни. Месяц я провела в этом состоянии, подобном коме, пока не поняла, что нужно сделать. Ты превратил город, а за ним и мир, в родную пародию на прежнего себя. Разве ты не видишь, безупречность города сделала нас бессильными. Чтобы построить новое, мы должны порушить старое. Знаете, этого недостаточно. Я все еще слышу отголоски прежнего безупречного мира в сиюминутных изменениях мира нынешнего. Может, еще одни большие перемены, да. А потом еще до бесконечного цикла беспрестанно изменчивый хаос обличий. Возможно, это уже случилось, возможно, мы с вами уже беседовали здесь, но поменявшись местами. Возможно, но теперь это закончится. Хе, уж лучше править адом, чем прислуживать в раю. Пидор. Чего? Окей. О, вау. Это наверняка концовка. Блин, почему эта игра такая короткая? Эх. Окей. Секрет. Фили вдруг вошел в кровавый раж. Окей. Ну, это прикольно выглядит, кстати. Но неужели это конец? Фак. Так, что ты можешь... Давай чарующая джига. Который ничего. What? Кто это сделал? 600 единиц опыта, 600 рублей. Окей. Мы сделали это, но город остался прежним. К он изменится уже, сейчас он рушится, скатывается в состоянии прежней энтропии и безупречности. Скорее, Филипп, бежим отсюда. Я рыба почему-то. Радуйтесь, ваш идеальный мир. What? А, RPG Maker. Это стандартные вещи из RPG Maker. Типа, раньше мир был таким, а потом... Я так понимаю, вот эта художница, я так понимаю, все решила уничтожить. Это что, конец? Блин! Какого хрена? Space Funeral, сделано... Такатамитес. Сделан в RPG Maker 2003. Музыка. Блин! Черт! Такая хорошая игра, но такая короткая. Какого хрена? О, классный эпизод, да, на 2 минуты. Ну, очевидно, я слеплю их вместе, скорее всего. Да, я слеплю их вместе и тогда. Черт. Персонаж Люси Ван Пельт принадлежит Карче. Чего? Персонаж Рив за Блад, Воруй Кровь, чьи-то все персонажи. Вау, окей. Это очень короткая игра. Ну, я слеплю предыдущий эпизод с этим, да, блин, в конце, в середине видео будет бла-бла-бла, до встречи и так далее, но хрен с ним. Мире не обрезать как-то по-другому. Блин, отличная игра, но слишком короткая. Может быть, я, конечно, что-то пропустил и все такое, но, блин, обидно. Ну... Дальше не знаю, что будет. Опять же, подобная странная игра будет, само собой, но разберемся. Наверняка уже не на русском, потому что перевод я вряд ли найду. Да, блин, я уже посередине сказал, но, собственно, надеюсь, вам понравился Space Funeral, каким бы коротким он ни был. И да, до встречи в следующем странном приключении, полагаю. Окей.